N человек, незнакомые между собой. Так познакомьте друг с другом некоторых из них, чтобы ни у каких трех людей не оказалось одно и то же число знакомых. Для любого натурального N докажите, что существует граф на N вершинах, у которого нет трех вершин одинаковой степени. Какое число на N есть? Никакого. Ну вот ты скажешь, если N возьму на N, то у меня либо... Нет трех вершин вообще. Все. А если трех вершин нет, то значит они удовлетворяют другому условию. То есть надо познакомить так, чтобы трех человек были разные количества. Чтобы не было троих человек с одним и тем же числом. Чтобы не было трех вершин одинаковой степени. Наше число n четное равно 2k. Рассмотрим вдольный граф в каждой из долин, у которого k вершин. Пусть k, например, один. Соединим верхнюю вершину одной доли со всеми остальными вершинами другой доли. Тогда степень ее будет k. Следующая с k минус одной вершины, то есть без последней. Следующая без последней. Следующая без последней трех. Здесь степень 5, 4, 3, 2, 1. Здесь тоже самое, допустим, здесь тоже симметрия. Из-за симметрии здесь 5, 4, 3, 2, 1. Так же будет для любого k. Да. А если нужно нечетное число, просто пририсовываем вершину. На самом деле задача легче, чем Коля вам сказал. Потому что смотрите, что сделал Коля? Предъявил явную конструкцию, правильно? А можно было без явной конструкции обойтись? Если у нас в графе есть точка, ни с чем не связанная, то новую точку свяжем со всеми вершинами. Дальше. А если каждая точка хоть с чем-нибудь да связана, то новую точку ни с кем не связана. Поняли идею? Начинаем с одной точки. Для одной точки все хорошо. По нашей науке как надо делать? Вот одна точка. Как мы там договаривались? Если есть точка ни с чем не связанная, то... Добавленная точка соединена со всеми. Значит, для двух получает ответ. Хорошо. А здесь уже нет точки ни с чем не связанной. Значит, что мы делаем? Добавляем просто точку. Добавляем точку просто. Ни с чем не связанной. Теперь есть точка ни с чем не связанной. Значит, мы что делаем? Согласны? Опять добавляем точку. Ну и так далее.